Сменим тему. Детская, вкусная, а главное без ГМО. Продукция Клинского мясокомбината – лауреат ежегодной национальной премии. Второй год подряд бренд «Умка» становится победителем в номинации «Лучшая торговая марка». Ей на мясокомбинате уделяют особое внимание. Готовят в отдельном цеху по определенным технологиям. Данная продукция дополнительно обогащена минералами, кальцием, и в ней снижено содержание соли. Вырабатывается продукт из российского сырья, который мы получаем от наших поставщиков. Все, что заявлено на этикетке, должно быть и в составе. Это оценивают контролирующие органы, в частности, Российской академии медицинских наук. Ну а покупатели подтверждают вкусовые качества своим спросом на детскую серию «Умка». Сейчас под этой маркой выпускают сливочные сосиски, ветчину и вареную колбасу. Но производители обещают порадовать и новинками.